Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку по факту крушения частного самолета Як-52 и гибели двух человек в результате данного инцидента в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС. Со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проверка организована, следователи выехали для осмотра места происшествия. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело, указали в пресс-службе. Ранее стало известно, что частный самолет Як-52 потерпел крушение в Алтайском крае. Два пилота, находившиеся внутри, погибли.